Так, а ну бегом все привет сказали. Все 16 человек сказали привет. Да, игрушка сегодня одна есть. Интересная. Симулятор покемонов, но очень плохой. Я эту игрушку не взлюбил изначально. Мне не понравилась идея вот этой дичи, которая там происходит. Тем не менее, я хочу посмотреть, что за хайп. Скажем так, если эта игрушка мне понравится, я буду очень сильно удивлен. What the fuck? Я все понимаю, конечно. Вы не можете редактировать своего персонажа, пока игра не начнется. А, после того, как игра начнется. Мы будем за Мику играть? Дед! Дед! Не, ну, я думаю, нам надо за деда играть. Ну, ладно, ладно. Мы, походу, да. Лицо оставляем, волосы великолепные. Голос! Это гребаный Геншин. Разблокировать Fast Travel. What the fuck? Чё оно лагает? Я извиняюсь, что? Это раз? Не раз, господи, как эта хрень называется? Вальхейм? Тра-та-та, прибывший. Давно здесь не появлялся кто-то не вонючий. Это настоящий ад. Этот остров настоящий ад. Люди, которые сюда прибыли, уже больше не с нами. Гребаные палсы, типа покемоны, съели всех их. Будь осторожнее. Возьми какие-то базовые припасы. Они тебе помогут закалиться. 10 дерева. О боже. О боже. F строить. Ага, ага, ага. Рецепты. Дубина. Смастерить дубину. Честно, я немножко не этого ожидал. Прям совсем немножко не этого. Дерево. Я не уверен. What the fuck? Я мясо получил? Я получил мясо и шерсть. Я с этого получаю камень. Я могу дерево добывать с дерева. Получил куриное мясо и яйца. Звучит логично. Шанс захвата 11%. То есть я подозреваю, что мне сначала надо... Шанс захвата 100%. Если сказать, что я сейчас немножко в охреневозе, это не сказать ничего. Управление, как минимум, неплохое. Но, слушайте, я не буду ничего больше говорить по этому поводу. О, стопе. Е. What the fuck? Овца! Овца! Как ты работаешь? Флаффи Шилд. Я овцу использую как щит? Живой щит. Пацаны, я понимаю, что должен это все комментировать и подобное, но я не понимаю, что это. Начать продукцию. Овца только что мне сделала топорик. Лучше не комментируй, а сделай возврат после стрима, напиши плохой отзыв о ней. Вполне возможно, я так и сделаю. Пока что я в небольшом шоке. О, дерево до хрена. Стопэ, это уже веселее. Ладно, стопэ. Это уже прикольнее. Ну, стамина это просто как в этом самом, как в Вальхейме, по-моему. Я, конечно, могу ошибаться. Там есть что-то розовое. Катива. Катива там есть. А это коты.
А, у меня нет полсфер. У меня нет полсфер. Великолепно. Зачем я сюда прибежал? Не, ну я сам напал на него, я понимаю, я виноват, но... Нет, овца, иди назад. Там сундук. 457 золотых монет и 16 стрел. И... какие-то заметки. Честно, пока что оно выглядит как реально какая-то подделка. Мы хотим сделать игрушку про покемонов, но не про покемонов. Давай сделаем 4 покебола. Овца, давай, я верю, ты справишься. Молодец, овца. Так, 4 покебола. Так, Кашандра, я понимаю, что ты, наверное, хорошая шота, но иди сюда. Захватите 5 вот этих овец. Я просрал только что покебол. Шанс 96%. Я думаю, его захватил. Что я делаю со своей жизнью? Честно, пока что шанс 99%, что я просто сделаю рефанд этой игры. Я, может, что-то не понимаю? Он костер строит мотком. Слушай, поверь, это еще не самое плохое, что ты за сегодня видел. Так, хорошо, я построил кровать. Теперь в теории я могу выпуститься. Невозможно назначить кровать. Эй, ему норм. Как мне выпустить всех? Куда ты побежал? What the... Ладно, у меня была минутка подумать над вообще всем. Пока что это какая-то игра не та. Оно пытается быть всем. Оно пытается быть Fortnite, оно пытается быть Зельдой, покемонами. Оно пытается быть, насколько я видел по скриншотам, Факторио или каким-то там симулятором. И у него самое смешное, у него получается все очень-очень плохо. А, оно пытается быть Вальхеймом, Растом, вот этим вот вашим всем арком. Да-да-да-да-да-да-да. Супер плохо получается. Это Раст. Это Раст. Это просто Раст. Защита. Это виселица. Это виселица. Мне дурно. Оно побежало копать. Крафтил фрукты. В чем прикол? Я не понимаю, в чем прикол игры? Могу заплатить, чтобы ты не играл в это. Подожди, я хочу разобраться вообще в своей жизни. Где я свернул? Не туда. Причем, самое интересное, я вижу логику разработчиков, как это правильно сказать, которые делали это говно. То есть я вижу, они хотели сделать Майнкрафт, раз вот эту всю херню на минималках с покемонами. Но, опять же, у них это не получилось. Короче, мы сейчас играем в эту игрушку меньше часа. У меня все еще есть полчаса как минимум, чтобы потом зарефандить ее нахер. Давайте хотя бы, в кавычках, насладимся тем, что эта игра предоставляет. Я хочу посмотреть вообще, что еще может быть здесь. Так, я могу поставить... где-то здесь свою базу. Где-то здесь. О, я могу здесь поставить. Хорошо. Так, хорошо. Разместить кошака на базе. Великолепно. У меня кошак теперь что-то делает. Причем он может добывать только камни. Дерево добывать они не могут. Хорошо. Я могу построить деревянный ящик, чтобы в нем складировать всю свою говно. Правильно? Он побежал... Он побежал строить ящик, который я ему сказал. И дальше он побежал собирать все, что есть на базе.
в ящик. Правильно? Вы знаете? Это крутая механика. Смотрите, я не говорю, что мне эта игрушка нравится. Эта механика крутая. То есть ты ставишь базу, назначаешь туда каких-то покемонов, и они начинают автоматом делать все. То есть собирать, таскать в ящики. То есть он раньше просто копал камень, потому что ему некуда было собирать, я так понимаю. Окей, я базу могу апгрейднуть? Да, могу. Я апгрейднул базу, теперь я могу размещать здесь больше покемонов. Ладно. Хорошо, что ты умеешь делать? Я так понимаю, мне сейчас нужно имхавку сделать и где поспать. Вы будете спать у меня вот здесь, вот на обрыве. Как мне его повернуть? А, можно построить только внутри. То есть ты мне предлагаешь построить... Я не говорю, что мне эта игра нравится. Подождите, подождите. Ага! Спокойно, спокойно, не нервничаем. У меня не хватает дерева. Я пошел копать дерево. И они побежали строить, да? Они побежали строить. Они сквозь стену побежали строить. Кровать завершена, можно спать. Я не хочу ничего говорить. Потому что я вызову ваше негодование. Но, по-моему, мне эта игра начинает нравиться. Мне интересно, можно ли их прокачивать. Можно ли этих покемонов прокачивать? Забери свои слова обратно. Хорошо, я пока что забираю свои слова обратно. Мне эта игрушка не нравится вообще. Но это может измениться. Так что, пожалуйста, подождите. Захватите 30 чуваков. Эта херня 15-го левела. Если я вдруг ее захвачу... Не... У меня есть чем захватывать? Есть. Мне нужно броня? У меня есть возможность броню сделать? Да, есть возможность, но мне нужна ткань. А ткань? Вот это. Шерсть! Хорошо. Овечка, давай, я в тебя верю. О нет, о нет, о нет, оно пришло! Оно пришло за мной! Овечка горит! Хорошо, забрать одежду и скрафтить вот это вот. Хорошо, я могу забрать одежду. О, это уже Зельда. Это просто Зельда. Окей, ладно. Курица, иди сюда. Я тебе больно не сделаю. Боже, оно лагает точно так же, как он ляп. Потому что оно на одном движке сделано. Каждый раз, когда я пытаюсь по курице попасть, она пролагивает мою игру. Или это... А, это моя курица. Это моя курица. В аниме перед тем, как поймать покемона, нужно было его избить. Технически в аниме так оно и есть. Ты сначала избиваешь покемона, а потом, типа, можешь покебол в него кинуть. Ты чё? Не палками же, блин. Другими покемонами, все правильно. Вообще, эта игрушка очень добрая, если не вдумываться. Так, что я могу сделать? Я могу грядки сделать. Я могу сделать грядки. Во-первых, еда. Иди отсюда! Нет! What the fuck? И несет ягодки, которые с него выпали в сундучок. Так, плантация ягод, мне нужно много дерева. Окей. Так, я могу сейчас сделать плантацию. Как бы плохо это ни звучало. Вопрос появился. Могу ли я кого-то из них послать работать на плантацию? Так, хорошо, мы посадили... Полить. О боже, это долго. Можно какого-то покемона найти, который это все будет делать за меня?
Давайте вот эту вот 15-левельную херню попробуем завалить. Так, хорошо. Диносом. Травяной, ядовитый, наверное. Так, у меня есть одежда, у меня есть бита. Я рискну. Херану дамажит. Пацаны, бегом! Валите его нахер! Так, взять все. Я эту херню завалю. A few moments later. У нас покеболов много, но я, наверное, еще ему хп сниму. Я убивать, конечно, никто никого не будет. Все. Все, все, все. 6%! Зараза! Я сейчас тебя попробую поймать. Все еще попробую поймать. 21%. Шансы большие. 21%. 53. А-а-а, собака. 21. 53. 54. Так, ну что? По-моему, сейчас мы только что получили большую-большую имбу. А что она умеет делать? Она умеет на ферме работать. И собирать дерево. Боже, это то, что мне надо. Пока у нас растут грядки, она будет собирать дерево. Он поливает грядки. Сипипилов поливает. Садит растения. Что? Я накрыл не по-детски, мне тоже. Дайте, знаете что, я свой вердикт вынесу. Мы рефандим игру или не рефандим, после того, как скажу перекурить. 1 minute 37 seconds later. Я хотел вам кое-что сказать интересное. Я понимаю, что сейчас рейдина была, все дела. Наш 15-левельный ее завалил. Так, что я думаю про эту игрушку? Я ее недооценил. Я эту игрушку сильно недооценил, потому что... Несколько причин. Первое, я построил базу там, где вообще ни хренища нету. Поставил базу прямо возле этого монумента, или как он называется. Второе, я не знал, что на базе вообще можно размещать пацанов с помощью этого терминала. Когда я это узнал, поменялось буквально все. Я не буду делать рефанд. Мне эта игрушка нравится. Больше того, здесь можно поднять свой сервак и играть мультиплеером. Ты можешь заселиться где-то на другом конце карты и так далее. И ты можешь... ПВПшиться с пацанами из другого поселения, с такими же игроками, как и ты, это гребаное 10 из 10. Украинский колхоз. Ай, боже.